Ну, дальше у нас идет вот такая штука. Штука, к которой можно подключить контроллер, который будет управлять бочкой. Сейчас. Вот, либо хай-хэт. Вот она. Это можно использовать как MIDI-контроллер. Блок питания в комплекте. Есть MIDI-выход, выход на наушники, стерео-выход и входы для контроллеров. Ну, в принципе, здесь есть возможность записи и настройки пэдов, звуков, чувствительности и прочего. Есть метроном, которым также можно задавать громкость, сильную долю, темп, выделение какой доли, точнее, чем.